27 июля на стадионе «Олимпийский» города Верхнеуральска прошли финальные игры турнира по футболу, посвященного 106-й годовщине верхнеуральского футбола и памяти Александра Сергеевича Панафидина. Итоги игр смотрите на экране. «28 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» прошли соревнования по плаванию среди людей с ограниченными возможностями. Женщины – заплыв на 25 метров, мужчины – на 50 метров. В соревнованиях участвовали 17 человек. Соревнования проводились по четырем группам. Результаты вы видите на своих экранах».